И нам особенно интересно вот ваше мнение, мнение, которое компании, не являющиеся клиентом Vlerick еще, то есть это мнение, которое не замешано никакие обязательства, абсолютно извне. И вы здесь уже, вы работали, узнавали про компанию, знаю давно, и сегодня провели здесь день. То есть вот это вот ваше мнение, ваши ощущения, чувства по поводу Vlerick, российский кампус. Вы знаете, у нас на самом деле была непростая задача, которую мы перед собой ставили, когда мы начали искать партнера для нашего обучения. Нам нужен партнер, который может обеспечить blended learning. То есть такой learning не только вот хорошие такие базовые вещи, связанные вот академические вещи, а именно совместить это с on the job, с тем, как это можно отработать в жизни. И когда мы первый раз слышали про Vlerick, вот у нас, если говорить откровенно, сложилось впечатление, что это такая академическая бизнес-школа, классическая, с хорошим таким вот академическим образованием. Но пытаясь больше узнать о Vlerick, мы как раз-таки стали узнать очень приятные для нас вещи, что это та компания, которая может действительно вот как-то совмещать академичность с неакадемичным образованием, то есть какими-то дополнительными мероприятиями, которые позволяют тренировать какие-то вещи на практике уже активно, которые инновативны и которые действительно идут в ногу со временем. И этим, собственно, нас, наверное, на первом этапе заинтересовали, поэтому, собственно, сюда, наверное, и приехали посмотреть, что еще есть. Что нам еще важно, это вот такой социальный аспект, то есть социальное обучение, развития через нетворкинг, и нам тоже кажется, что Vlerick здесь делает какие-то шаги в плане того, чтобы все-таки люди через социальное общение вообще развивались не только друг с другом, строя правильный нетворкинг, но и вообще там с профессорами в целом, с нетворкингом людей, которые в других странах занимаются подобными вещами. Да, мое впечатление очень похоже на Юлину, потому что я первый раз на самом деле присутствую как раз в Vlerick, и мои ожидания были чего-то такого очень академического. Да? И несомненным плюсом и сюрпризом приятным стало то, что это очень интерактивная сессия, когда профессор прекрасно понимает, что это очень сильно зависит от профессора, там, наверное, сложно. Но вот эта вот интерактивность профессора, когда он не дает действительно засыпать кому-то из студентов и учит их не просто вот каким-то правилам бизнеса, да? Какой-то теории, наверное, больше учим помнить, что очень ценно в таких программах и что мы ищем, как, по-вашему, лучше подготавливать людей на то, чтобы они умели делать нетворкинг? Во-первых, им нужно давать такую возможность, потому что работая в компании, приходя на работу утром и выходя вечером из офиса, у тебя очень ограниченный нетворкинг в рамках этой компании, в лучшем случае. Лучшим в рамках данного офиса. Поэтому ну, то, что мы пытаемся в том числе сделать, это дать людям эту возможность выйти за пределы офиса.